Группа Мистер Олимпия и канал Pro Bodybuilding World представляют вашему вниманию серию видео о предстоящей Олимпии. По сравнению с прошлым годом мы немного изменили формат превью турнира. Вас ждут такие выпуски, как «Белые надежды Олимпии», «Темные лошадки Олимпии», «По-своему лучшие» и другие. Что ни говори, а на Олимпии выступают лучшие атлеты своего времени. Так было всегда. Случайных участников здесь не бывает. Если атлет попал на Олимпию, то он это заслужил. К сожалению, не все атлеты одарены генетически, как Фил Хит и Декстер Джексон. Но и те, кто займут места от 10 и ниже, тоже могут быть по-своему хороши. Пропорции, ноги, руки, крепление мышц и другое. Сегодняшний выпуск будет посвящен по-своему лучшим. Начнем мы с эстетики и пропорций, что так любят многие зрители и поклонники бодибилдинга. Бесспорно, лидерами по этому критерию являются Седрик Макмиллан и Шон Роден. К ним можно отнести и Брэндона Керри, но с небольшой оговоркой. Он смотрелся бы лучше в весовой категории до 212 фунтов. К слову, во время пресс-конференции он сказал, что возможно попробует свои силы в этой категории. Масса всегда была в почете у поклонников фриковых атлетов. Самым ярким монстром массы был Маркус Рюль. Но и на предстоящей Олимпии найдутся достойные последователи массивного бодибилдинга – Большой Рами, Рули Винклер и Даллас МакКарвер. И если Рами и Даллас обладают пропорциональной массой, то у Рули часто все упирается в грамотную подводку к шоу. Наполненность и крепление мышц. Тут нету равных Уильяму Бонаку и Майклу Локету, которые обладают феноменальной генетикой. Длинные и наполненные мышцы круглый год, даже на сцене. Позирование – немаловажный эффект шоу. Атлет должен уметь преподнести себя, показать свои сильные стороны и скрыть слабые. В этом аспекте не будет равных Кевину Леврони, Седрику Макмиллану, Виктору Мартинезу и Джошу Ленартовичу. Сухость. Всегда важен баланс сухости и наполненности, но если говорить отдельно о сухости на сцене, то старина Декстер даст прикурить любому и по сей день. Помимо него можно отметить и Лукаша Асладила. А теперь перейдем к отдельным частям тела. Лучшие спины Олимпии. Фил Хит, Декстер Джексон, Седрик Макмиллан и Виктор Мартинес. Лучшие ноги Олимпии. Фил Хит, Бен Пакульски, Стив Кукло, Шон Роден, Уильям Бонак. Сюда можно и, наверное, нужно отнести Рами, но ему еще нужно работать над глубиной. Лучшие руки Олимпии. Фил Хит, Декстер Джексон, Большой Рами и Рули Винклер. Тут, думаем, комментарии излишни. Но чемпионами становятся не за что-то в отдельности. Судьи оценивают общую картину – наполненность, пропорции и сухость. А в этом на сегодняшний день Филу Хиту попросту нет равных. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу Мистер Олимпия ВКонтакте, чтобы не пропустить следующие выпуски.